Доброе утро, вот и снова зима. Хлопья кружатся, кружатся, причем так много. Огород уже засыпало снегом. Это все ночью произошло. Пока мы спали, утром просыпаемся, все белым-бело. Вот как так, да? Видите, вообще все насыпало, причем так приличненько. Даже больше, чем в прошлый раз. Решил выглянуть из окна, показать вообще, как заметает. Ну да, насыпет. Ну, наконец-то, наверное, и к нам снег пришел. Вообще ничего не видно. Только силуэты вдалеке. Ну, конечно, из такого снега даже не полепишь ничего, потому что он только-только выпал, не липкий совсем. Сейчас решили попробовать взлететь на дроне, пока тут все настраиваю. Вот, я уже давно так не летала, 4 месяца, поэтому вчера, когда взлетела, я вообще уже забыла, как им пользоваться. Что-то там не настроила, и он вот как-то криво-накось вот так летел. Сегодня, надеюсь, исправлю ситуацию и буду первый раз летать, когда на улице снег и минус. А так я летала только весной. Летала я осенью, летом, а зимой нет. Постараемся выбрать момент, когда снегопада будет поменьше. Вот. И посмотрим, испытаем наш дрон и мои пилотные навыки. Вроде бы настроила дрон, поняла, почему у меня вчера была ошибка. Папа постелил такое поле для взлета. Пока я снова не отточу свои навыки, лучше садиться и взлетать с чего-то вот такого, а не с руки. Потому что вчера такая ситуация была, мама забыла правила техники безопасности. И меня чуть не хватануло сердце, я испугалась. За маму, а не за дрон причем. Ладно, взлетаем. Снегопад опять пошел. Ну ладно, попробуем. Ой, такой воздух, так хорошо на улице. Ветра нет, потому что сильного. И снежок. Свежесть такой, прям воздух свежий. Вчера, конечно, уж чересчур был ветреный день. Ну, сегодня я смотрю, снова показывает, что мне не дает дальше 50 метров от меня почему-то улететь. Не знаю почему. Хотя вроде видимость хорошая ведь. Нет, хорошо видно все. Высоко не поднимаю. Метров 20? 18 метров. Конечно, когда ты снимала летом, виды были совсем другие. Сейчас показываю нашу улицу. Пролечу немножко. А, нет, не дает все равно. А почему? А вот не хочет. Может, настройках что-то? А вот сейчас посмотрим. Вот такой у меня вид. Мы свою одежду с собой привезли на юг. Вот кто бы знал, что она здесь пригодится нам. Вот, видите? Зато тепло. Ксюха у нас тоже как на рыбалку раньше ходила с нами. Ватные штаны теплые. Даже вот Ксюху покажу. У нее одежда такая, как раньше на рыбалку мы ездили зимой. Здесь мы на юге так ходим. Так что, если надумаете переезжать, обязательно с собой теплую одежду везите. Она здесь вам пригодится. Да, опять снег пошел. Ну, снег такой, наверное, даже не полепить, да, снеговиков ведь? Ну, а что, мне кажется, он еще это такой. С него не слепить. Ну, хрустит, идешь так, хруст, хруст. А я не топчу, здесь же у нас эта дорожка. Вот, я схожу, посмотрю, какой у меня чеснок. Вот это чеснок, видите, какой большой. Вот это все, Сережа, же поле засеяно. Вот это поле у нас засажено чесноком.
Только почему-то здесь вот зашел, а здесь не зашел. А вон есть почему. Ну почему-то мало здесь. Странно. Просто его не видишь, вон он, видно же. А, есть, да? Вон есть, конечно. Поле такое взлетное придумали. Хорошо, Сереж. Да, буду садиться. Угу. Нужно будет изучить все-таки. Такого летом не было. Да? Может быть, к зимой другие какие-то требования? Может быть, другие требования. Отойду. У нас такая горчица интересная стала. Одни палочки. А чё вы в бочку-то не положили? Она да вон застыла. Опять забыли. Вот знаешь, а ведь вам написали. Я знаю. Я вот так... А лед появился. Ну да. Ну вот мы такие забыли вчера. Вот разорвет бочку и вспомните ее, тех, кто ее советовал. Не разорвет, потому что ей есть куда выпирать. Да? Да. Вот так мы вчера забыли как-то все. Куда ты ее садишь? Ой, мама. Хороший. Молодец. Она так радовалась, так да, это, бабушка говорит, она так просилась к вам. Мы тебя не взяли. Нет. Ну просто не хотели, потому что она будет лаять опять. Молодец. На этот. Будет лаять, не даст полетать. Любимица наша. Ой, уж мы тебя любим. Собака сидит на воде, смотри, да? Да. Да, малыша, на воде сидишь. Ну, сегодня уже нормально насыпало снега-то. Ну, это мало, конечно. Ну как, по сравнению с тем, что было, нормально. Ну, снег хоть не надо. Так-то, по идее, конечно, можно было бы снег убрать, его к деревьям подкидать. Ну, ладно, растает. Снег хрустит. Решили лед проверить. Да тут немного вообще. Ой, я-то думала, там сильно много, да. Ой, так это вообще чуть-чуть. Не успела застыть пока. Ну да, чуть-чуть тоненькая корочка. Этот брус. Опустить туда, да? Давай. Вот эту. Здесь выйдем. Да, давай здесь. Вот. А что? Ну ладно, ставь такую. Вот есть хорошая, большая. Да нет, большую не надо, мне кажется. По идее, можно, конечно, как можно. На всякий случай опускаем в бочку с водой палку. Да. По совету наших зрителей. Да, по совету наших зрителей. Только она всплывает. Ну, наверное, еще не напиталась, потому что... Может, должна напитаться? Можно будет тоже одно дерево вместо этого посадить. Можно, да. Потом подумаю, какое посадим. Ну да, где-то какой в конце большое можно. Да, можно какой-нибудь. Потому что я его убирать-то буду. Ну да. И вон, видишь, пенечки, я откопал все. Тоже их убирать надо будет. Сколько вот там их штук? Раз, два, три, вот вижу, да? Четыре, по-моему, там еще одно. Четыре пенечка уберется. Вот здесь только можно будет еще на место этого пенька. Только уж эта ситуация бегает. Слышишь, вот за это место этого пенька будем садить или хватит? Близко будет. Нормально было вставлено. Аккуратно. Ну, спускаюсь. Ты будешь что на видео? Уже делаешь? Да. Ну, давай поярче включу. За огурцами идем? Да. Это потом. Это мы покажем в следующем видео. Ага. Сейчас мы идем просто для... Какие мы тут берем? Вот покупные огурцы. Угу. Я смотрю, еще вроде две банки покупала или одна. Больше не вижу. Мы попозже, через какое-то время... Когда у нас будет время, и сделаем обзор, папа тут все расскажет. Вот. Тут много чего есть, а сейчас мы только за закаточкой к ужину идем. Вот, покупные баночки. Мы какие будем брать? Покупные. А, эти? Ну, все. Мы
покупали. Такие. Ну все, идем. Это на посадку картошки маленько оставили. Ничего больше не берем? Нет. Может, что-то хочешь? Да не, хватит. Все. Давай, на выход. Такой подвал у нас. Все. Я думаю, многим будет интересно посмотреть, что у нас новенького вообще в подвале. Мы как-то снимали уже такое видео, многим понравилось. Поэтому пишите в комментариях, покажем.